Так, друзья, всем привет! И в рамках марафона я хочу показать, как рисовать портреты в векторе. Конечно же, здесь есть самые разные техники, точно так же, как в классической живописи, да, мы можем наблюдать реализм, импрессионизм, и кубизм, и что-то приближенное к поп-арту, к комиксам и тому прочему. Сегодня я покажу такой вариант, очень графический, когда вы портрет превращаете практически в векторную иконку, либо в так называемый, ну, комикс. То есть уберете основные черты человека и их стилизуете. Это не карикатура, это именно вот идет такая стилизация и упрощение. Я специально выбрала мужской образ. Мне кажется, это будет более интересно показать с мужчинами. Потому что женские портреты рисуют часто, а с мужскими как бы не всегда. Итак, мы открываем Adobe Illustrator. Создаю слой, на котором есть у меня картинка. Я ее уже загрузила сюда. И блокирую его, создаю над ним чистый слой. Соответственно, данный портрет его можно делать двух-трехцветным, можно делать черно-белым. И я, например, в своей работе, в своей практике это использовала для создания жаккардовых рисунков на носочках. То есть они у меня потом использовались, и такая техника вот применялась. То есть вы можете взять, нарисовать портрет человека, а потом вывязать его на носке. Ну, потому что многоцветный портрет там не получится, а там двух-трехцветный. Получается достаточно красиво и интересно. Итак, что нам нужно? Ну, начинаем мы по классике. Это у нас инструмент перо. И сейчас будем обозначать. Здесь немножко другой принцип. То есть мы не конструкцию рисуем, мы рисуем основные, самые характерные черты, которые есть на этом портрете, которые потом у нас останутся такими пятновыми решениями. Соответственно, мужчина даже в этом плане, может быть, чем-то будет попроще, потому что на лице у него присутствует растительность, усы и борода, которые нам очень здорово сейчас очертят нижнюю часть лица. Давайте начинаем. Я начну с бровей. И буду стараться максимально повторить портретное сходство, да, с оригиналом. Это будет достаточно широкая бровь. Сначала забираем то, что есть на оригинале, а потом уже будем дорабатывать, ну, как бы, убрав от оригинала и смотреть. Так, в обводке. Сейчас я сразу сделаю вот так. Все углы станут более мягкими, чтобы они не торчали. Рисовать эти портреты можно асимметрично, либо симметрично, в зависимости от той цели, которую вы хотите достичь. Ну, например, нос я бы хотела все-таки сделать его симметричным. Поэтому будем давать ему максимальную симметрию. Как видите, оригинал у меня очень плохой, он очень сильно пикселит, но для меня не это самое важное, поэтому мне главное общие контуры сделать. Если, ну, как человек очень опытный и сам по себе портретист, можно это рисовать прям по, ну, смотреть на фотографию, да, можно использовать такой прием, это зависит от вас. Так. Кстати, смотрите, вот спинка носа, да, и прям крылья хорошо очерчены. То есть, если вот рисовать этот портрет плоскостями, тоже прям очень красиво все видно. Теперь глаза.
Видите, какая глубокая тень. Мы ее и сохраним. Не будем никуда убирать. Сейчас первичный рисунок. После этого будем делать уже правки. То есть основные контуры сейчас промечаются, а потом уже будем смотреть, как это будет в черно-белом варианте. Что с этим можно сделать. Теперь губы. Достаточно такая характерная губа получается. Так. Зачем я блокировала слой? В связи с тем, что нижний слой заблокирован, у меня, видите, даже я когда ползаю по изображению, оно у меня никогда не цепляется, никогда никуда не смещается. Это очень важно. Таким образом, я могу спокойно работать с изображением, рисовать поверх, и у меня никогда не будет никакого смещения. Немножко асимметрия. Опять же, вот такие портреты, они терпят, если их делаешь симметричными. То есть вот сейчас я сделала асимметрию, да, а можно сделать его симметричным. И, ну, какие-то лица выдерживают это, какие-то нет. Это всегда очень индивидуально. Иногда можно сделать, например, симметрию там по губам и глазам, но при этом волосы будут асимметричны, потому что, ну, грубо говоря, зачес идет в одну сторону или еще что-то. То есть, ну, всегда индивидуально здесь. Я бы не сказала, что есть какой-то единый такой правило. Так, теперь усы. Усы как раз будут давать характер, характерную такую особенность лица. Сейчас мы их и сделаем. При этом они у него слиты с бородой. И вот это лучше сделать симметричную часть, просто по опыту. Не почему. Вот именно нижнюю часть, чтобы не перекашивало лицо, лучше сделать симметричным. Специально делаю линию неровную, а такую немножко волнистую, чтобы было понятно, что это все-таки волосы. Так, и здесь у нас линия бороды, вот она идет. И уходит ус. Так, такая штука получилась. Давайте мы на нее посмотрим. Конечно, это все еще там претерпит корректировочки, но уже начальный этап сделан. Особенно хочется, чтобы под подбородком вот эта вот
на подбородке, вот под губой часть, она была очень такая правильная по форме. Вот, теперь мы ее раззеркалим. Да, видите, лицо, ну, у актера лицо хорошее, очень симметричное, и прям попадает. Допустима здесь такая симметрия. Там волосы, наверное, хотя нет. Вот эта часть должна быть асимметричная, а верхняя часть волос может быть симметричная. Так, сейчас мы это соединим. Немножко, да, вот они на губы пошли. Так, теперь давайте волосы. Волосы мы тоже соединим с усами по цвету. У него, ну вот по прическе, там у него сзади на затылке собран хвостик. Соответственно, вот здесь на голове ничего торчать у него не будет. Ну там какая-то легкая волна есть. Сейчас еще посмотрим, хватит того объема, который я нарисовала или нет. Вот, то есть тоже надо понимать, что там у этой головы происходит, да, какая там прическа. Потому что есть какие-то активные кудри, надо, конечно, форму их придавать. Так, сейчас я посмотрю, хватает нам там мозга в этой части. Или немножечко все-таки поправим. То есть, по сути, там гладкая голова, на которой волосы, она не сильно должна как-то там выделяться. Так, уши. Вот это мы соединяем. Ну, почему не соединилась? Так, сейчас посмотрим. Вот эти точки, видимо, нет пересечения. Сейчас надо... чтобы они пересеклись, иначе объекты два не сольются. Ну да, вот они как бы точку в точку чуть-чуть не пересекаются. Сейчас мы это поправим. Так, теперь два объекта и соединить. Вот уши. Уши сделаем просто, ну, формой. Без вырисовки деталей. Ну, красивая форма, смотрите, какая прям четкая. Так, одно ухо. И второе ухо. Ой. Так. Вот так, два ушка. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось и в каких местах требуется доработка. Здесь сразу можно, ну вот, если вы планируете, то есть дорисовка шеи, но я не уверена, что она сейчас нужна будет. Пока не будем ее делать. Я хочу именно портрет. Берем то, что есть. Копируем. И давайте теперь по заливкам смотреть. Я пока делаю одноцветный вариант. Брови тоже у нас встанут цветом. Глаза тоже встают цветом. Делаем блеск, убираем контур, и здесь заливки черным должны быть, цвет контура черным, здесь цвет контура убираем, и вот здесь можно вот эту часть губе сделать тоже
черную между двух губ. Смотрим, что получилось. В принципе, узнается. Давайте сейчас я вот это уберу. Получилось очень похож на то, что у нас происходит. Я бы немножко поправила вот здесь линию. Да так, по мелочи. Можно попробовать еще вот эту губу черным залить. Только верхнюю. Тоже очень неплохо получается. Да, оставим с темной верхней губой. Так, здесь все нормально. И можно ему сейчас вот показать то, что на нем воротник одет. Сейчас отсюда мы основную линию соберем. Опять же, поскольку у нас это, ну, очень схематичное такое комиксное изображение, можно нарисовать только основы. Без вырисовки элементов. А есть другие техники рисунка, которые подразумевают очень четкую прорисовку фил, поэтому здесь нам нужна просто вот форма воротника. Видите, вот он воротник мигает, да, когда я на него попадаю. Сейчас мы его сделаем. И здесь будет это контуром. То есть эта часть пойдет наверх. Перетаскиваем. Вот все поправляется, что не попало. Так. Ну, по-хорошему, надо двух волков рисовать. Чтобы четко было понятно, кто это, что это. Ну, вот портретное сходство получилось хорошее, мне нравится. Итак, друзья, мы нарисовали с вами символику дома. Сейчас я сделаю симметричную вот эту часть, чтобы она у нас лучше на портрете смотрелась. Сделаем симметричный. И разместим на нее символику. Смотрите, она у меня линейная, я ее не планировала под заливку. Вот так. Так, теперь зеркальное отражение. Так, они должны быть ближе. Сейчас мы это поправим. Они почти нос в нос. Вот здесь какая-то одна маленькая деталька мне не нравится. Мы ее сейчас тоже уберем. Вот эту. Так, и вот эту точку чуть-чуть подвинем. Вот так. Так, выбираем все вместе. Тут вот с носом немножко некрасиво смотрится. Тоже это поправим.
И чтобы не было вот таких остреньких уголков, есть у нас функция в обработке. Смотрите, мы выбираем все вместе. И в функции обработки ставим кругленькие края. И сразу все стало более гладенько. Так. Выбираем. Вот. И это у нас будет единый товарищ. Теперь сейчас мы его пристыкуем к вороту. Немножко надо будет поправить линию, но это мелочи. Так. Вот так, чуть-чуть. И приближаем. Правим с вами линию. Видите, здесь она у нас ушла. Как раз асимметрию она вот здесь и добьется у нас. Так. И сюда не эта точка. Вот у нас все получилось. То есть вот он портрет, вот то, что мы рисовали. Можно так его смотреть, можно вот эту часть все-таки убрать. Сейчас мы создам копию, посмотрим, насколько это будет разумно. Так, вот так. Какой вариант? Наверное, вот этот более четкий. Вот, это пример создания портретов в Adobe Illustrator в технике плоскостной, когда мы рисуем именно какие-то основные элементы, чем-то похожие на комиксы. И вот такие рисунки, они потом хорошо адаптируются под вязку, под вышивку, под все, их можно в дальнейшем использовать.